Ванга назвала знаки зодиака, которых ждет расплата за грехи прошлого. Прошлое настигнет их во второй половине 2022 года. Болгарская ясновидящая предсказала четырем знакам зодиака кармический бумеранг, который может изменить их жизнь в 2022 году. Придется расплачиваться за грехи, которые были совершены в прошлом. Многие давно уже об этом забыли. Однако приключившиеся события, казалось бы, в прошлой жизни, начнут влиять на настоящее. Козерог. Именно представителям этого знака зодиака нужно приготовиться к работе над ошибками. Планетой-покровителем Козерогов является могущественный Сатурн. И его активность такова, что определяет события будущего года. Однако впадать в панику не нужно. При должной самодисциплине и терпении справиться с непростыми задачами можно и извлечь урок из прошлого. Ванга советовала не начинать новых дел. Лучше завершить старое и закрыть все прошлые проблемы. Тогда год пройдет удачно. Рак. Для раков возможность выйти из ситуации образуется только путем серьезных потерь в эмоциональном плане. Их будут окружать и сплетни, и обман. И даже откровенное мошенничество. Возможны потери финансов. Ванга советовала представителям этого знака тщательно выбирать контакты и анализировать, какую информацию вы можете сообщать окружающим. Пока лучше избегать общих дел с малознакомыми людьми. Телец. Большинство тельцов будут пребывать в романтическом настроении. Однако такое забвение таит для них опасность. Концентрация понижена, и человек может не заметить подвоха и лишиться денег. Минимизировать потери можно, только если взять свои эмоции под контроль холодного разума. Рыбы. У рыб кармический бумеранг может обернуться неприятностями на работе. Возможно, недопонимание с руководством или коллегами, или бизнес-партнер совершит какой-то опрометчивый шаг. Ванга говорила, как только рыбы разберутся с бизнесом, у них могут начаться неурядицы в семейной жизни. В основном это касается отношений родителей и детей. Решать проблемы нужно, не затягивая. И тогда рыбы проведут 2022 год без особых потрясений. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда. До скорых встреч!